смотри, Олег, там можно, если что, Джерриана на кота загнать, а Богдана на Хулипала возьми. Да. Богдана Хулипала, а ты на это вообще. Либо я могу на Эрдру, а ты ТД каким-то. Ну, у него, по идее, сейчас нету хила в бане. Но у него есть код. Нам тело еще одну взять. Да не иди. Да нету больше никого.
Че, весь стражу же убили? Угу. Короче, нам одно тело надо. Филиппец. Кирилла там не можешь позвать? Да он даже не дома. Кого можно позвать еще? Там куда-то собак поехал кормить. Ебеня. Мариш тоже дома еще нет. Олег, ты Баксу писал? Да. Он уже больше часа сидит в онлайне. Но я так понимаю, пойти не хочет с нами. Если верить Баксу, то там сейчас он уехал, и там сидит его друг или знакомая. Ну. В туалет отойду. Как на пульте, подождите. Форти, напомни, как ты подписан ВКонтакте. Что-то я забыл. Хотя, в принципе, я ж не думаю, что мы еще одну раз будем собирать, правильно? Ладно, погнали так. О, сейчас, секунду, чекну. Дайте каску, покрыли. Паладина, дайте кулаки, каски. Спасибо. Максимус тут. Сейчас, секунду, сейчас зайду, выкину. Окей, начну без тебя пока. Кто-то из БДК пуляйте. Читать это заклинание. Горите в огне!
огне хозяина! Давайте Void основу, Акмо первую копию, Поклонская вторую, Акмо перед вторым разделением прожми незыблемость. Сейчас погодь, нас скину. Поклонский. Ринанта, что не хватает? Ну, там тысяча должно быть. Дима, Джерион. Чё? Что не хватает? Да мне всё хватает. Ну, а чё ты не подтверждаешь тогда? Отклоняешься? Ну, мне надо релогнуться, чтобы включить некоторые аддоны. Всё. Секундочку. Клавиши настраиваю. А, так ты можешь, мог это сразу сказать. Все же знают, что когда, если ты не подтверждаешь, нужно написать твою причину в чат. Я же не экстрасенс, не знаю, что у тебя там. Скажите, кто МТ, чтобы я написал сразу макрос. Вот. Он типа танчит свет, да? Да. Ну, я не знаю. Вроде Акмо не может танчить Мо, вроде Акмо свет, нет? А, ну. Кто хватает первую копию, Акмо или Дар? Первый Войд. Ну, Войд основу, первую копию Акмо, Поклонская вторую. Все, больше ничего не надо. Скажешь, как будешь готов. Я уже готов, я же просто аддон включил. Ну, блядь, а ты сказать это не можешь, Дима? Начинай, Войд. Цирк приехал. Как я должен это все догадываться, что у вас там происходит? Объясните мне. Траксенсом быть. В мире хватает героев и без тебя. Твое сильнее страдание. Забери Поклонский, копию. Спасибо. Поднимите павших. Я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но... Вы сейчас отбегаете от вихра, если нам все равно идет зла. Черные драконы. Но он типа не достает все равно. Мы даже не успели понять. Ну не знаю. Акма отошел, я поэтому сдох. А он доставал. Если бы не отошел, я бы захилил. Мы гибли один за другим. Там частица уже не доставала просто. И запечатала вход. Нас убивали с расчетной жестокостью. Но основной целью врага
была кладка яиц. Дайте бафы по ДК, пристам, вроде все. Но боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Начинается издыка как-то. Их нужно остановить. Алекс сразу выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги, обратите их в пепел! Я реломлюсь. Угу. Здесь какой-то 100 голд на починку и маунтов. Напасы и забавы надо назначать вам? Правосудие, фридомы, ауры. Нет, в форте нету голды здесь. Напас, Изабелла. Вы слышите меня? Да, не походу первый раз, Форес. Вы знаете, что вам делать здесь надо? Помимо того, что бить. Сейчас. А, это халпас. Он меня спрашивает, какой РК. Максимус вешай на оффворда кота. Что я? Это на третьей фазе, да, вешать? Да, на третьей фазе. А, понял. Халпас, ты с нами? Давай попробуем его исключить сейчас. Посмотрим, что будет. Не, он меня спрашивает, какой РК, я ему линкую. Он говорит, а я там. Он в гостиной сидит. Он не в том канале просто сидит. Я переместил уже. Переместил. Халпас, ты слышишь меня? Ты знаешь, что вырез сделать тебе надо?
Надеюсь, он тебе отвечает. Ну, секунд 15 ждал, потом сейчас написал страту, знаю. Лопас, а на каком сервере мы играем? Важно, какой холипал во тьме? Поклонский. Ты бафал что-то? Каски дал. Кто из паладинов не бафал? Изабелла или Лопас? Лопас, скорее всего, не бафал, раз Варкаева не было с нами. Блин, почему вы не можете отвечать, когда вас спрашивают? Все, Изабелла давала кулаки. Поклонский, всем бафаешь прота. Хелпас, бафаешь каски всем. И Хелпас бафал кулаки. Давай теперь, Хелпас, всем бафаешь касочки. Изабелла, смотришь, на ком нету кулака, и бафаешь кулак. Запомните на будущее. В РС берутся два рейтрика. Они бафают один кулаки, другой каски. В начале рейда при сборе видите второго ретрика, между собой договариваетесь, кто из нас что бафает, и бафаетесь, пока мы еще начинаем только трэш бить. Смотрите, вы будете два паладина во тьме. От вас требуется, чтобы один из вас бил правосудием света, другой, чтобы правосудием мудрости бил. Чтобы у одного была включена аура сосредоточенности, у второго была аура на броню включена. Но так как у нас во тьме будет холипал, включайте один из вас на броню, а второй от ауры от тьмы. И распределите, пусть бьют, ты, Хильтон, не отвлекайся на это. И фридомы должны быть, то есть один на четные метки кидает фридомы, другой на нечетные. То есть первая, третья, пятая, седьмая метка. Один паладин кидает на нее фридом. Вторая, четвертая, шестая, восьмая и так далее. Второй паладин кидает фридом. Вы разберетесь между собой сейчас, кто что будет делать? Или вам назначить? Изначально, потом сразу ГП ебаешь. Это так не работает тут. Такими людьми. Смотри, Изабелла. Ты бьешь правосудие мудрости, зелененькая джага, то синенькая, синенькая, ставишь ауру на броню. Если сейчас она включена, отбегаешь от рейда в стороночку и включаешь ее, потом подходишь. И кидаешь первый фридом, то есть первый, третий, пятый, седьмой. Все нечетные метки твой фридом на полпути. Смотришь, как цель с меткой начинает выбегать на полпути до стены. Кидаешь на нее фридом. Длань, как она там, свобод. Налпас. Включаешь ауру сосредоточенность. Нет. Ауру от тьмы включи. Пусть будет ауру от тьмы. Который включится в сосредоточенности. Бьешь правосудием света, желтая джага, и кидаешь второй фридом. То есть вторая, четвертая, шестая, восьмая и так далее. Все четные метки. Изабелла, у тебя есть? Это был отчаянный, отчаянный крик. Видишь, на кого кидается метка? Ну, я уже боюсь идти в этот рейд. Вот Изабелла и Хелпас, ребята, вот в группе есть видосы, блядь, смотрите их. Давайте я зайду на Эрпала, тогда на паладина своего, а кто-то зайдет на СУ. Ну, потому что... Ну, а это, кто? У нас мы и так собрали чисто рейд, ну, без того, что было, так сказать. Ну давай тогда траить, чё? Давай пойдем траить уже. Меня вот уже нервы сдали, если честно, эти 10 минут. Блять, и без, сука, этих ебаных дланей можно играть, нахуй. Ладно, кто свет будет танчить, Акмо или Войд?
Акма свет будет. Хорошо, Акма свет, вой тьму. Поклонский мелкий трэш. По хилам. Реневал и все равно Колобунгас или Анка. Кто из вас хочет свет хилить? Колобонус, свет. Спасибо, Поклонский, у меня есть. Я не пил просто еще. Даня, я ж в 8 сижу, да? Да. Окей. Реневал, Колобунгас хилят свет, Селена, Анка и Ринанта хилят тьму. Четвертая пати, кроме... Сейчас поменяю немного. Посмотрите сейчас, четвертая пати, Шадоуморн, Старожила, Мексимус и Вивальди. Остаетесь добивать больших после первой фазы. По инерам. На второй фазе заливаете ману Анка, на третьей фазе Колобунас. У Колобунас экономишь ману первую, вторую фазу, как можешь. Дедмайтит подиспелишь третью фазу свет. Селена, все остальное диспелишь, там где ты. Чек на готовность. Все готовы, заходим за линию. Начинай, Войд. Ардериан метка. Самогон, с тебя обязательно крик на ХП. Перебежали. Уже в рейд. Максимус метка. Джаспанк метка. Перебежали. Да стоп, не побей, ты же спанк метка. Да в принципе ты уже не сагришь, по идее. Акма, не отходи так далеко, частица не достает. Акма, подходи сам, чтобы ты стоял ближе к Вере на первой фазе. Повезло. Ой, заходи. Рейд зашли восьмо. Филипец, метка, в звезду встаньте. Скажите как? Все готов. Угу. Заходите. Друид мания, Акма забивай. Забила. Анка метка. 54%. Десят один. Я есть свет, и я есть тьма. Выходим свет. Краут метка.
святой рост. Убивались метко. процентов чистопом? А, вот все. Перебежали. Вальдимиром. Не надо поднимать пока. Верни чуть. Перебежали. Стоп, свет, стоп, не бьем босса, ждем трэш. Глейшин, подними медалону. Пас. Там очки стою. Бля. Так, кто диспелил? Кто не диспелил, не убежал. Не, кто-то диспелил. Если бы никто не диспелил, она была бы. Я то есть диспелила, да, но он вообще не выносил, даже не планировал. Я думаю, пора их менять. Да. Сколько еще таких героев? Это на пас, да, он не выбегал или что сейчас? Да, он в центре стоял, бил. Далеко не выходил. Может, из гильдии. Почему он не отвечает на фразы, не пишет в чате? Халпас, напас, ты тут? Как твой ник, кстати, читается? Халпас или напас? Хелпас. Хелпас, какого... Какого... Чёрта ты тормозишь в рейде? Отвечаешь по 20 секунд. У тебя что-то не в порядке с головой? Нужно дать еще один шанс. Давай, Хелпас, не завтыкай, потому что если сейчас такое случится, я тебя в бою кикаю из гильдии. Тебе уже подробно все адекватно объяснили, что делать, а ты втыкаешь и тянешь нам время. Изабелла как умер в лезвиях? В лезвиях, да. Он типа, когда выносил, забежал не за морду, а за хвост его там сбрил. Если метка покидается одновременно с началом лезвия, то метку нужно нанести ближе к морде немного. Не сказал, что он завис, он бежал. Блин, ну от Изабеллы тут не надо ждать что-то суперового. Он неделю назад, наверное, апнул только левел и от СЛК даже не ходил. Толком. А вот этот Хелпус 6.2. О, смотрите, я взял на замену человека во тьму паладина. Если кто-то с вас сейчас будет тупить, я меняю его, вас на этого человека. А в принципе там Холли Пол есть во тьме, если что, он да, не может покидать. Хотя бы хилам, я думаю, мы там Дима покидается. Дайте кулак в готу. Вау, побафните порой. Крауд, напиши, когда будешь готов. Да кулак не баф, не писал же. А лапы нет. Кулак по хантам дайте. У меня не вкачано, если чё, так что... Два ретрика. Нас забыла бафы кулаки. Вроде вижу кулак, давайте заходим за линию.
Олег. Сек. Да, все, зашел. Начинают. Ну что это? Сколько раз говорить, что начинали с притяжки? Перебежали. И забыла, что крикнуть, когда кидать. Дедмайт отметка. На хп крик. Акма, стаунти босса сейчас, вот конкретно сейчас, быстро только. Анка метка. Войд, давай, забирай Войд. Все нормально, перебежали. Давайте в босса все играем, чтобы перевести. Форти метка. Ой, заходи, добивай мелких и заходим рейд. Зашли. Фридом половину уже сейчас нам. Скажите как? Халпас метка. Паладин, халпас. Заходите. А не заливайте шамана. Пахонская. Ну, короче, нету с них смысла. Ни одной глами. Да там хилам Джерем кидает. Сейчас было. Моё. ШП и так сам себе снимает эту глами. Сам снимаю. Дело ж не в этом. Сторожила метка. Выходим в свет. По портал поверни. Вот. Мой свету рост. Дайте Салем 8 представляю. Джерин, дай ему сорян. Сорян. Подлезли, слишком подлез. Гу его Берн. Ну, форти, форти туда. А, ну, уже потом Бернишь. Угу. Дайте просто во тьме. Ну, напуливай, бедолом, ну как ты умираешь-то? Бежали. Готов. Свет, стоп, не бьем босса, поднимай этого Филипса. Еще дорн метка. Сейчас давай прямо сейчас, не бойся. И иди заходи во тьму сейчас сразу.
Шалипа, мне Хелпас. Перебежали. Каплю сейчас дайте, нечего пожать. Как вам скидать каплю? Да, крудал. Забери, забери, да. Забери. Еще два. Мы упали. Так, Халпас, камень, Даларан. Пока я тебя не кикнул с гильдии. И забыла тоже. Может его сейчас кикнуть с гильдии? Какой толк? Да, пусть побудет еще, может научится. Братан, чекай видосы, в группе все есть. Потом придешь и килуху покажу. Установи ДБМ себе. Кем кратко есть? ШП во тьме. Это самый выживаемый класс. Допустим, хочет заходит. Там если что, я ГП кидаю. Селена, ты что? А, как Усина? Может холиком, а Ренан Теретриком, не? Так она и полена может. Да, пацаны, ну... Возьми два хила, если чё, и холипалом там не очень сильно классно рейд подмять. Просто тут Селена хилит, как Джага Халапса. Ну как-то так. Да, пойди. Там не очень сложно рейд поднимать, там пиздец, но ты не видишь, как хп скачет, просто там нету тика дот. Если ты откроешь аккаунт, она обновление кинула один раз, которое тикнуло на 3600, вот смотри, один раз за бой. То есть она вообще не вешает дот, ход. То есть как рейд поднимается холипалом, это пиздец тяжко, да? Я тебе отвечаю. А чем ты хилишь? Я кругом хилю, молитвы исцеления, восстановления. Я раньше хилила хотами, до ХПС было в два раза меньше. Я не ДЦ. Блять, ну, 1 000 000 нахилить, это прикольно, конечно, да. Там надо и обновление. Ребят, если хотите, меняйте хила. Я вообще холи престом еле-еле умею играть. Я хотя бы диспелить научилась и кидать щиты. Я всегда ШП привыкла. Все, сейчас не в этом проблема была. Подтягивай скилл и сумуйте кокосину. Объясните ей сейчас, что тыкать и в какой периодичности. Там через 3 таргета. Попробуй тыкать обновление по КД по всем персам. Что там тыкать? 5 сали кинул обновление. Потом круг исцеления, потом два раза связывающие, потом молитву под прок, и это. И иногда можно отдать не под прок, а великое исцеление в танк. Нет, это слишком кнопки. Сложно, ты сказал. Нет, там прок, так не исцеление. Кидай хотя бы обновление и связующее исцеление, хотя бы это попробуй. Ну, я связываюсь по КД, прям хилю, обновление периодически только кидаю. Во тьме кидается круг. Кидается молитва, пока это на КД хилится обновление. Потом опять круг, молитва, хилится обновление. А связующие не надо? Сразу эти какие-то связующие, блять, молитву, нахуй, потом по мане сливают. Связующие очень затратны по мане, есть, тебе нужно стаки прозорливости быстро набрать. Так, допустим, связующая волна. Ну, я когда переделала билд на щитки, у меня теперь стаки эти прозорливости вообще нет. Надо билд, наверное, переделать. Наверное, на ответки не должны. А, так у тебя они не вкачаны. Так и да. Смысл тогда ты связующим хилишь? Я тоже не понимаю, зачем тебе связующие. Как тебе связующие нужно? Так, окей, значит только ход и молитвы, исцеление, восстановление и круг, да? Ну хорошо, сейчас так попробую. Уклон, баф и каску. Паладины все ушли, топовые. Остался ты.
здание был спек, но вместо этого у меня прозорливый скачан и усиленное исцеление вкачивало на 4 из 5. Что-то там по спеку не очень. Короче, было 2 трая и за полтора вайпа вины из-за паладинов. Так что давайте сейчас тренем и убьем. Кинул ГП. Чё? Понял. По тебе только я буду блани кидать, да? Кидай только на себя и на Анка. Я могу кидать на всех, но там есть чёлок будет, когда иногда. Касок. Поклон, раздай каски, пожалуйста. Ну а побафните по рейду. И рыбку, если есть. Спекните, как Остину в холле приста Селену в ШП. Я ДЦ. Зачем нормально? ДЦ, какая разница? Вот такая, что с холле пристом не надо две длани. Все нормально кидают ходки. Ну что, может начнем? Подождите, я релок. Какой-то хаопас этот модный. Кто вообще взял? Войд. Джерри, ну я сейчас смотрю онлайн 4 дня подряд, что-то Невер ни одной РС не собрал. Так у них типа full gear raid, наверное. Ну вот я в гей захожу и смотрю, никто не собирает. Я говорил, что я не уверен, то что типа я просто передал, что мне типа сказал типа псих, но он тоже не был уверен. Я сказал, что типа кнуты убивают 4 раз, типа все вчера заходил в РК, тоже говорил 3-4 раз. Я не говорил, что это 100%, там он убивает 5. Я написал это сразу. Чё там, чек есть? Мощно, мощно. Васап, тебя не слышно. Слышно? Теперь да, слышно. Вот Изабелла Войт вроде нормальный чел, адекватные вопросы хотя бы задает. Начинай, Войт. РК багнулся, я говорил в РК, я не знаю, что слышно было. Селена метка. Бежали. Аренантами. Селена метка. Поворачивай на рейд, смещаемся. На танки. К малове этого. Уже в рейде.
сам станешь? Ману заливу. Добивай мелких, не заходи, пока воют. Как начну засвязать за все, заходи, заходи, воет. Рейд заходим с того места, где начинали. Встали в звезду. Акма, ты когда фаза вторая начинается, не прожимайся. Я прожимаю сакру и каплю даю. Ок. Проверен метка. Заходите. В сову все и заходим. А агро, если что, не вижу, она сидит. Вой, что там по агро? Скажи, если буду срывать в форте. Бедолом метка. Друид of World, залей маны колбануса. Колобун без метка. Там 55%. Проверен метка. Переводим, сейчас сразу выходим. Все, выходим. Сторожил метка. Тьма 40%. Перебежали. Восьмеру сдали, свет только трэш пим. Тьма, рост. Тьма, рост. Бетовая метка. Джерем, дай длань на форте. Перебежали. Ну, потому что это... Свет, стоп. Не бьем босса свет. Вы уже в рейд. Лейшин метка. Первый сакру дам в свету. Я лол. Я обосрался. Да, короче, васап. Форти сорвал, я стаунтил, и в это время кинулась на меня метка. Сейчас на мне метка 800. На танке. Что делаем? Подходи к стене, диспель. Блин, я не знаю. Диспельте. Могу зайти во тьму. Это не он, не достает уже. Джерриан, пускай под баблом стаунтит, и ты вынесешь. Да все уже, мы вынесли. Падаем. Бля. Ну, Слава, ну следи, пожалуйста, за гротом. Ну а как? Я сказал, ты же в форте знаешь. Я ему сказал кинуть, не знаю, что он мне скинул. Не понимаю, а почему твой должен следить за агро, блядь? Это же вообще... Ну потому что в форте туда не видит свое агро, потому что он заходит, когда босс уже в стаунте. Я знаю. И у него агро не идет в счетчик. Ну тогда Джерри, он, слышишь? Тогда я не буду хилиться ударом смерти, буду агро набирать, хорошо? Нет, ты скажи Джерриону, Джерриону пусть кинет ему... Так я сказал, блядь, вы что, не слышали в РК или что? Я не слышал, не знаю. Я ему сказал. Не, он на туре сказал, он сказал, Джерри, он кинь длань. Вот так вот он сказал, Джерри, он кинь длань. На форте я сказал.
если ты не слышал. Ты просто сказал, ты, по-моему, просто сказал, Джерри, он кинь блайн. Ну, Джерри, он там, возьми себе на заметку сейчас. Крауд, давай еще один трай, пожалуйста, умоляю. Быстро только давайте. Давайте быстрее, Селена, ну, пожалуйста, ну, резайтесь. Боже, как вы тянете это время наше? Вам не жалко свое время вообще? Бафы давайте, все здесь. Можешь меня перенести в любую патику обратно? Забагался я. Крауд, да? Да-да-да. Бедолома во тьму пускай напуливает, а свет ШП. В принципе, я могу на компромисс пойти. Я могу светать, да, переделать билд. А, подожди, вон, Эмрата АДК, а Бедолом Хант, можешь поменять их местами? Да подожди, у нас крауд один трай последний. Зачем? Чтобы мы в свету умирали потом от мокрой крыши? Не, чтобы во тьме не срывали агро. Да там только единственная фортитуда, ему кинуть эту сальву и все, и там, ну, не будет никаких проблем. Все готовы, заходим за линию. Или уже воет, если видишь, что прям уже там 105, 106, 107% горит, просто им стопнуть и все. Угу. Начинай воет. Вивальди метка. Перебежали. БР у меня. Оффорд подними лучше ты. Мерки дать тебе, Дима, нет? Не, он сам отрегенит. Регень пока. Ренанта метка. Поворачивай на танки. Ты каску уходи. Лапу дал. Эмрат метка. Войс, заходи, заходи, вой, добивай мелкий и заходим. Со стороны, со звезды, как начинали. Рейд. Все, заходим отсюда. Ну вот, верни, Войт, слава. Ты что да, творишь? Тихо. Там, короче, рун не было, надо забить. Брат, и поэтому ты на рейд решил повернуть? Так у меня 2% хп, че, блядь? Я обосрался. Сиди, было просто страшно. ТБР есть. Поднимай. И не дух. Эмрата. Заходите. Заходи. Джерин, там каску дашь, я их крест дал. Все нормально, пойдем. Ближе к морде сейчас. Максимус метка. А что тебя тянет в ту сторону? Встань вот сюда, параллельно порталу. Ты на меня дыхнет и сдохнет. Поклонская. Там не умер? 54%. Даня, тебя не слышно. Слышно? Да-да-да, слышно.
71. Сторожилами. Переводим, выходим сразу. Выходим. Че, нормально? Пока да. Может, сейчас рынок и сорвал. Пейшн. Перебежали. Ты чё, Джерри, онлайн на него дашь? Не, я мет понесу. Шадоморн метка. Сальва там была еще. Вот хорошо, спасибо. Так от КДшца кидай сразу. Чувак у нас. Скинь ты Шадоморна в свету. И сторожи лучше. Хорош Шадоморна. А, поворачивай. Да. Поворачивай на рит. Не бейте, свет не бьем, ждем трэш. Лужа. Да, дайте геру во тьме. Крауд метка. Можно назад? Вивальди, гимнаман, колобуна, ставь тотем. Перебежали. Нечего поражаться в свету. Дорн метка. Все нормально? Пока да. Че там дадлани, Джерри? 15. Кидай сразу потом. Вальчик, метка. Шадамон, стопну. Чуть-чуть. Поклон, каплю на аппу, дай. КД давал. Есть что прожать, есть. Дал каплю. Я каплю дал. Сторожил метка. 62 дня. Добиваем трэш, босса не бьем, пока ждем 50%. Все бьем босса. Все нормально? Да. Ну все, добиваем босса. Я надеюсь, он не отхилится. Перебежали. Добиваем. Трэш напуливаем и тупо в босса. Трэш не бьем. Хорош. Аква, ты первый раз оттанчил, да? Второй. Я вон танчил уже. Вот, я просто не помню уже. Траили, не помню, убили или нет. Убили. Поздравляю, поклон с тапками. Давайте ролим тапки. Сложно хилилось, Жирёв. Увеличишка, да? Да, очень сложно были полом хилить, 2 хила. Ну ты просто посмотри на это пиздец, я там охуевал от жизни. Притом я еще упал, и у меня не было ман. Ты 2 длани кинул, форте не сорвал, нормально. Там надо было ему и фридом, после фридома сразу 2 хилить, да? Уже не стакается, длани там заменяется. Ротацию менять и, наверное, спек перебивать. Надо, наверное, все переделать, только где-то все переписать, разные варианты уже пробовала. Спросите, кто? Можно все по гайду делал. Ротацию. Я даю самогону. А? Тихо. Джерри уже не писал.
Я на оффроле. Джерри, он тоже на офф? В смысле? А, ну если я все это написал, то вам. Тебе, Джерри, нужна эта шея? Да, типа, я хочу сделать этого паладина, пока мы в бане, в ПВП его убить. Тут есть шмот просто на цапине. Ну окей, да, я на другого варю. Кстати, зашли. Отряд прошел. Хило, чешка. Что, чешка никому не нужна была? О, спек? Типа, магнул пароль. У тебя хило, чешка нет? Чтобы легче хилилось. Ну, на Аринанте нету чешки, если что. Тут вообще шмотов на поле Павла как бы нету. Тут трини, а все остальное это типа... Тут надо еще собирать. Тиму за половину тогда он наш мейн хил. Начисляю ЕП. Стой. В смысле? Так я не зашел на вар. Ну так а что ты шею рулил на успех? Так я написал то, что ЕП на другого вара. Я смотрю, никому не нужна шея. Думаю, дай на офф кину. Ну, на офф Джерри нужна была, значит я не забираю. Значит кто я... Кто решил его кикать? А, все понял. Типа и так не забрал бы я. Да? В смысле? Ты на другого ЕП получаешь. Я думаю, она вообще никому не нужна, понимаешь?